Со сломанными ребрами и сломанной рукой, но все же живой. Профессор американского университета, исследовавший изменения климата в горах Непала, снял это видео сразу после того, как упал в ледяную расщелину глубиной более 20 метров. Застряв между льдинами, готовыми вот-вот обломиться и увлечь его дальше вниз, Джон Эл был вынужден незамедлительно искать выход. Для того, чтобы двигаться горизонтально, расщелина оказалась слишком узка, и профессору пришлось карабкаться вверх. Это не так-то просто, комментирует он свое положение. У меня не работает правая рука. Путь наверх занял у него от 4 до 6 часов, после чего скалолаз сумел добраться до лагеря. Лишь оттуда он смог вызвать вертолет со спасателями. Их раненый профессор дожидался еще около 17 часов.